набрали 40 петелек. Вынимаем спицу, начинаем вязать обычной платочной вязкой, то есть только лицевыми, и с лицевой, и с изнаночной стороны лицевыми петельками. Вот так. Вот ты мой барин, ты галашишься. Март закончился, что галашимся. Изнаночный ряд тоже лицевыми. Третий ряд у нас тоже лицевые. Короче, все ряды лицевые. Для удобства я пускаю контрастные полосочки. В данном случае у меня вот серенькие полосочки. Для чего я это делаю? Чтобы легче было считать мне ряды. Каждый раз просчитывать однотонные ряды очень тяжело. А когда вот одна полоска, потом три, одна, три, там или что-то другое, разные цветные, по ним видно, какой ряд должен быть. Как я измеряю размер, сколько мне надо связать? Я ложу это полотно, ну, уже готовое, ставлю сюда пяточку, приподнимаю вот так вот и натягиваю, но без фанатизма. И ставите, и видите, сколько вам надо тут вот довязать, сколько у вас осталось. Еще раз повторюсь, это полотно очень хорошо тянется в длину. Продолжаем. У меня получилось примерно 66 рядов. Теперь я буду закрывать на лицевом ряду. Закрываем как обычно. 2 вместе лицевой, одеваем назад. Опять 2 вместе лицевой, одеваем назад. И последнее я просто провязываю лицевой, обрываю ниточку. Все, мы с вами закрыли. Получилось у нас 2 вот таких полотна, и мы теперь будем их сшивать. Для этого у меня есть такая вот иголочка большой дырочкой. Берем лицевой стороной, складываем внутрь. И начинаем сшивать от краешка. Я сшиваю назад иголку, то есть вот так назад протыкаем и вперед, примерно на 0,5. Опять назад вот в эту же дырочку, какую мы начинали, и опять вперед. Можно через край шить, кому как удобнее. Немножко подрастягиваю, чтобы не сильно стягивалось оно, не морщинело потом. Ниточки надо, конечно, сначала спрятать, а то постоянно мешают они. Ну вот, заканчиваем. Так, ниточку просто не обрываю, а так прячем. Порезаем. Тут можно отпарить немножко, и будет все мягонько. Во время носки тут уголок уйдет. Смотрите, есть 2 варианта. пяточку сшить, а здесь шить вот так вот наискосок. Тогда останутся два таких вот уголочка на лицевой стороне. Мне такой вариант не больно понравился, я видела. Я придумала немножко другой вариант. Мы сшиваем и пяточку, и вперед одинаково. А потом я вам покажу, как сделать, чтобы было аккуратно и красиво. Так что вперед мы сшиваем так же, как и пяточку. Наверное, смотрите, все руки у меня в ранках, в болячках. Огород начался, товарищи. И поэтому прям никуда от этого не деться. Ну вот, мы шили пяточку и носок. Теперь наша задача убрать все ниточки. Делать это буду своим любимым крючком. Ссылка в описании. И делаю по верху. Если вот есть возможность, по верху. Если вот здесь ниточка, значит в шовик. Потому что здесь я потом буду обвязывать, и это будет все незаметно. Так вот убираем и обрезаем. После формирования носочка мы с вами обвяжем вверх потуже, чтобы тапочка аккуратненько сидела и не сползала. Теперь наша задача сформировать тапочку, а именно носок тапочки. Можно делать это на ножке, можно и делать так. Вот примерно по сантиметру или полтора. Вот здесь вот я внутрь делаю складочки, внутрь ко шву. Вот так вот. И вот это дело сшиваю. Потом мы украсим, и будет это незаметно. Вот будет таким образом. Но я делаю это на ножке, потому что мне на ножке удобнее видеть, сколько нужно. Полтора, пол сантиметра, 2 сантиметра. Это зависит, опять же, от ширины ножки, от высоты тапочки, какую вы связали. Сейчас я вам это покажу. Итак, мы деваем на ножку. Извините, что на носок снимать не буду. Шовик мы прикладываем к ножке. И вот все, что лишнее, вот эту складочку, валанчик этот, вот так прикладываем к этому шву уголочками. У меня получилось где-то по сантиметру, как я вам показывала, видите? Вот так вот. И мы это дело сейчас закрепим, сделаем здесь потом украшение. Все, потом обвяжем вот здесь вот поверху потуже. У нас будет замечательная тапочка по ножке. Ну вот, впереди наши складочки мы сшили. Я сшивала просто так, поверху. И теперь мы обвяжем верх нашей тапочки. Обвязываю в тон ниткам, которые преобладают. То есть у меня сиреневая. Первый ряд, начиная опять же с пяточки, повторюсь, мы обвязываем в каждую петельку. Столбик без накида. То есть вот в каждую петельку мы вяжем столбик без накида. И так по всему периметру верха встречаемся здесь. Итак, мы заканчиваем. И последнюю петельку, вот эту соединительную, в первую петельку нашего ряда с последней мы соединяем уже другой ниточкой. Вот так вот. И провязываем воздушную петельку. Далее мы вяжем серыми нитками. То есть дальше у нас идет убавление. Я люблю, когда потуже. И потом я буду вязать столбик без накида и 2 вместе. Столбик без накида и 2 вместе. Если вы любите послабже, значит, вам надо вязать столбик без накида, еще один столбик и 2 вместе. Вяжу за заднюю стенку верхней петельки, чтобы у меня вот здесь вот получалась полосочка. Сейчас увидите. Столбик без накида. Дальше идут 2 вместе. Одну не провязываем. Вторую не провязываем и провязываем их вместе. Дальше опять один столбик без накида, опять 2 вместе. Одна, вторая, провязываем вместе. столбик без ноги, да, 2 вместе, 1, 2, провязываем. Видите, получается такая полосочка. Мне так больше нравится. Можете вязать прямо так за целую петельку, тогда вот этой полосочки здесь не будет. Так, что у меня дальше? Столбик без накида, 2 вместе, столбик без накида, 2 вместе, и так дальше до самого конца. Так, я заканчиваю, соединяю с последней петелькой, вот так вот, делаю воздушную, вырываю ниточку, кончики прячем вовнутрь в шовик. И смотрите, что они такие неказистые получаются. На ножке они смотрятся хорошо. Здесь будут сидеть отлично. Сейчас мы здесь вот сделаем украшение. Ну, что-то типа пуговки. Буду делать из серенькой пряжи. Берем серенькую ниточку и наматываем на пальчик 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снимаем аккуратненько, чтобы не расползлись они. И вяжем 15 столбиков внутрь. Первый. Второй. 12, 13, 14 и 15 столбик. И соединяем. Вот так же. Теперь сюда же мы вяжем еще 15 столбиков. Так вот, прямо через верх. 1, 2, уже послабже. 3, чтобы здесь вот аккуратненько было, смотрите. 4 и 15. И соединяем с последней. Делаем закрепочку и обрываем ниточку. Ниточку прячем. Сначала я прячу сверху, так вот вниз, а потом прячу сюда. И вот смотрите, это вот на изнанке так получилось, вот так на лице. И теперь мы нашу пуговку вот, можно так пришить, я переворачиваю вот так вот, более выпуклое делаю, и пришиваю вот сюда вот, на место складочек. Вот сюда вот иголочку вставляю, там хвостик, мы потом завяжем. И вот так каждую петельку или через одну петельку. Вот, следующую. Вот эти ниточки, что остались, просто завязываем узелочками, обрезаем. Сюда можно вставить бусинку какую-нибудь, пуговку. Я оставляю так. И вот вроде на вид такие неказистые тапочки, ну, вообще ничто, можно сказать. Сделано буквально за час. Вы можете оценить, как они будут смотреться на ножке.